Так, ребята, приехал за мной Артур, я тут хожу, блин, находка просто, я в шоке. Офигеть, гляньте. Офигеть. Поломанный Артур. Каменный топор. Офигеть. Я в шоке, Женя, вот это да, да? Это вообще круто просто. Круто, смотри, какой он. Вот это прикол. Не хватает, блин, маленькой части. Где-то буквально. Здесь должен быть остальная часть, по-любому, да? Ты представляешь? Ты его, дай его хоть в руках подержу. Смотри, офигеть. Какой он необычный, просто. Ага. Как так можно было его, да? Это первая наша такая реальная находка, знаете, того времени. Вот это да. Не, у нас есть один. Есть, вот так, да, один половинка, задок. Но не такое. А это передок вообще, да? Нет, что это мне кажется, вот это было? Задок, это задок. Ты думаешь? А спереди был как кувалдочка, а сзади как вот такой топор. Так как они его зашлифовывали? Как это вот? Это боевой же наверняка, да, был? Я не знаю. Ну, а что, не, деревья тут рубить точно я нельзя было? Я увидела и офигела. Сверху лежал, да? Да. Офигеть, переехали на другое место. Я приехал за Женей, Женя. Просто круто, Артур. Да? Чё молчишь ты? Где твои эмоции? Ты чё, каждый день такое находишь? Первый раз в жизни такое в руках держу вообще. Обалденно. Просто обалдеть.